Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок. Тот же самый состав. Кошмарка 7-3 в этот раз. Я ее еще не проходил у себя. Так, ну что тут у нас? Тут у нас печалька. Тут надо очень много. Очень-очень много юнитов. Потому что будем обезвреживать тотемы. Попробуем пока вот так вот. Конечно, юниты нужны для того, чтобы стана меньше проходило по нашим нубогероям. Но пока сейчас пообезвреживаем тотемы. Попробуем. Тут уже и малышеники есть. Короче, тут полная снаряга. Тут... Возможно, мы будем подольше мучиться. Так. Делаем тут вот так. Раз. Два. Три. Начинаем, как обычно, с бочки. Усиление. Ну и смотрим, что у нас получится. Возможно, ничего не получится. Возможно, что-то получится. Возможно, получим вот так вот. Просто люлей от Ронина. Но, как видите, практически. Практически слили всех. Единственное, вот это Ронины будут нам мешать. Попробуем еще разок, попробуем сейчас с Ронином просто заморозить и оттянуть щит, как вариант. Так, отличненько. Смотрим по Ронинам. Так, Ронин пропал. Сейчас надо как-то попробовать его словить. Не знаю, словил или нет. Посмотрим. Это они притормозились. Нет, тут тоже варианта не будет у нас. Нас просто ушатали. Убираем, в принципе, по 3 тотема. Линии этого должно хватать. Так, смотрим. Ронин появился, пропал. Кидаем ускорялку. Появился щит. Ну, блин, опять немножко затянули. Надо все-таки магию выставить. Ну, как видите, тут душиков дофига. Обратки идет тоже дофига. Попробуем сейчас с другой стороны, чтобы было удобнее выкидывать всех. Шансы, конечно, есть, но придется немножко больше поиграться. Давайте попробуем такой вот вариант. Может, он получше зайдет. Вытащить Крона. Так, Ронинов слили. Отлично. Только не всех слили. Ну, 31. Ну, 46. 50, ребят. Просто изи. Кошмарка. Пройдено 7-3 гарнизону. Ну, остались Ронины. Конечно, и Ронинов можно будет на 3 звезды, но нету смысла заморачиваться такими героями. В общем, все просто налегке. А вы мучаетесь там анубисами, прокачанными героями. Тут гарнизон тащит. Все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.